Девочки, вы куда вещи потащили? Если я ночью кран случайно включу. Ой-ой. У нас здесь еще слаймы, которые я принесла. Папа, посмотрите, как красиво у нас. Я не люблю гостей. Ты понял? Ксюша. Привет! И вы на канале Сестричек. Вы нас очень просили, чтобы мы сняли челлендж 24 часа. Мы уже очень много сняли вот таких видео. И решили, что мы еще не сделали челлендж 24 часа в ванной. В туалете, а не в ванной. Ну мы же будем в ванной сидеть. А где же еще? В туалете. Ну на туалете я буду сидеть. В туалете. А ты в ванне так. Так что сегодня мы целый день проведем в ванной. Нам нужно делать мягкую, удобную кровать. И сделать красивую, уютную комнату. В ванной. Ну что, а мы начинаем. Ну что, Ксюш, что ты будешь брать? Одеяло. Это одеяло. Ксюша, там столько не поместится. Значит, я вот эту подушку не возьму. А я возьму пижаму. Мою подушку. Слайм. Еще слайм. Девочки, вы куда вещи потащили? Вы что делать собираетесь? 24 часа в ванной. Ты что, совсем что ли? Какие 24 часа в ванной? А как вы в этой ванне одной поместитесь? И вот это все вы туда будете подушки и одеяло сувать, что ли? Да. А кушать вы тоже будете в ванной? Да. И все будете делать в ванной, и играть, и... Да. Мы сейчас будем делать кроватку, потом это тут все декорировать. Вы не сможете целый день в ванне просидеть? Да. Тут же скучно и неудобно. Во-первых, теперь, тем более, двое. Ладно, один человек, а двое. Можно идти в туалет тоже. Ну что, Ксюш, давай укладывай. Твой Мишка очень много занимает. Да, он правда очень много занимает. Если я ночью кран случайно включу. Ой-ой. Ну что, сейчас мы будем декорировать нашу новую комнату. Я поставлю вот такой вот светильничек. С Новым годом! Еще у меня вот такая мазочка для сна. Также лак. Может быть, я буду красить ногти. Наушники, чтобы слушать музыку. Все, Ксюш, что там у тебя? Ты что так много набрала? У нас места мало. У меня здесь светильник. У Ксюшки тоже светильник. Наушники. Маска. Тоже как у меня. Как всегда, ковики-рубики. Один, второй и еще один. Мой блокнотик. И еще один блокнот. Пенал. Еще один лак. Будем красить ногти. У нас здесь еще слаймы, которые я принесла. Это жвачка для рук, а вот это слаймчики. Ну что, ребят, вы думаете, мы просидим тут 24 часа? Пишите в комментариях. И мы украсили нашу новую комнатку. И у нас получился новогодний декор. У нас здесь висит мишура и вот такая вот гирлянда. Вау! Папа, посмотрите, как красиво у нас. Что ты будешь рисовать? Я буду... Не знаю. А я посмотрю YouTube. Здесь как-то душно, да? Да, немножко жарковато. Что ты там смотришь? Я смотрю слайм челлендж. Покажи, я тоже хочу смотреть. Возьми телефон. Покажи, как называется канал. Ну, сейчас. Аделька Карамелька. У них новая телепатия слайм челлендж. Нашла? Нет. Дай сюда. Да я тебя найду. На, вот же он.
Мое самое любимое видео — телепация челлендж. А у вас, ребята, напишите в комментариях. Мы еще такого не снимали. Посмотрю, какие у нее еще видео есть. Они домик делают новогодний. Ксюш, ты помнишь, что мы тоже делали домик рождественский в прошлом году? Да. А в этом году что-то мы не покупали. Она такая смешная и милая. У Адельки лучше получилось. Мне нравится этот канал, я подпишусь. Сейчас посмотрим еще, какие видео есть. О, вот эта игра классная. Она очень смешная. Очень смешные видео. Мне нравится это видео, я поставлю лайк. Что-то у них мало лайков. Ребятки, если что, мы оставим ссылочку в описании. Подписывайтесь, канал очень прикольный. А мы поддержим Адельку. Тут гости пришли. Телефон забирай. Тут и так не сломала. Ну хорошо, гости, посидите и потом выйдите. Я не люблю гостей. Ты понял? Я тебя люблю. Сам играю. Девочки, вы кушать будете? Я уже накрыла на стол. Что? Вы здесь будете кушать? Да. Нет, идите туда, садитесь. Нет, мам, у нас 4 часа челлендж. Давай вспомним. Да. Все. А здесь есть грибы? Нет, там нет грибов. А что там? Там сыр, перчик, баклажанчик, овощи там только. Приятного аппетита. А, вилочки. Вам в туалете. Сейчас. Ребят, смотрите, что нам мама принесла. Здесь картошечка и пицца. Мама! Пить. Пить. А, простите. А, что это? Лимонный сок. Приятного аппетита. Спасибо. Может, вам выключить так более да. По-новогоднему? Выключить? Мама! Все? Все съели? Маргарита, где твой аура? Макс уже... У вас еще ноги не болят? Нет. Смотрите, коленки не болят? Нет. А что за это здесь валяется? Убрать его? Нет, оставь. Убирай его. Правда, будете до завтрашнего дня и будете спать? Как вы будете спать, я не представляю. Да. Да? Да. Так красиво прям сделали. Красоту навели. Новый год. Может, здесь будет Новый год отмечать? Нет. А? А что? 24 часа отмечаем Новый год в ванной. А что? Круто же. У вас как раз здесь все под Новый год. Мишура. Гирлянды. Еще что-нибудь вам надо? Нет? Выходи. Девочка, мы так неудобно. Ты здесь еще сидишь. А, Макс? Выходи. Что делать-то будете здесь? Я решила покрасить ногти. Это Ксюшкин. Я вот эти вот только накрашу, потом беру остальные. Вот так. Ну что, сейчас мы будем смотреть фильм. Мы включили наш кубик. И будем смотреть на стене. Но, пусть я!
Вы что, фильм смотрите? Какой? Елки 5. Ну ничего себе вы. Ничего себе вы крутые. Сидят тут в ванне, фильм смотрят. Я же тебе сказала, мы проведем 24 часа. Кинотеатр у вас здесь. Спать уже надо. Спать уже надо. Это какая часть? Пятая. Угу. Они в психушку попали еще. Да. Макс, пойдем. Это какая серия? Это четвертая или третья? Я уже не помню. Нет, нет, Макси. Макс, мы сейчас спать пойдем уже. Макс. Макс. Ну что, ребят, мы досмотрели фильм. Мы уже почистили зубки. И теперь будем спать. Ксюшка уже лежит. Ксюша, тебе удобно? Нет. Может, пойдем на кровать? Нет. Мы попробуем поспать здесь целую ночь. Здесь так тесно и жарко. И невозможно вытянуть ноги. Ребятки, я не могу уснуть. Сереж, он спит. Ксюша. 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 Ксюша спит. Не смогли девочки проспать всю ночь в ванной. Вернулись к себе в кровать. Сидели там очень долго.